Всем привет! Сегодня я расскажу немножко о себе и о том, как я начала заниматься канзашем. Канзашей я занимаюсь около 3,5 лет. Но этот вид рукоделия не является основной моей профессией. По профессии я хореограф-педагог, руководитель хореографического коллектива. Именно благодаря моей основной профессии я пришла в канзашем. Было это так. Однажды я сочиняла номер «Венесуэльский танец харапо», и мне потребовались для этого номера заколки. На мою репетицию мама принесла мне 4 заколочки из атласных лент красного цвета. Они были в виде астр. После того, как концерт закончился, номер завершился, я принесла эти заколочки к себе домой, начала рассматривать их и разглядывать. Мне было очень интересно, как же они сделаны. Набрала запрос в интернете, как сделать цветы из лент. Первое видео, которое мне попалось, это было видео, как сделать тюльпан. Я посмотрела это видео и на следующий же день побежала в магазин покупать себе ленточки. Как сейчас помню, купила белую ленточку и розовую ленту шириной 4 сантиметра. После работы прибежала домой, посмотрела видео и начала пробовать делать тюльпаны. Вы не представляете, сколько у меня было счастья и восторга от того, что у меня получилось сделать тюльпан. На тот момент у меня не было ни тычинок, ни серединок, ничего не было. Был только клеевой пистолет и ленты. Я настолько вдохновилась этими тюльпанчиками, что на следующий же день побежала и купила себе еще ленточек. Потом мне выдался случай посетить оптовую базу в Пятигорске. Но на тот момент я не знала, какую ленту купить, какие цвета мне нужны. Я купила только тот материал, который мне нравился. Привезла весь материал к себе домой, разложила по полочкам и начала уже серьезно заниматься канзашем. Потом прошло немножко времени, и на сайте в Одноклассниках я увидела, что можно размещать в группах фото своих изделий. Загрузила фото работ в группу по канзаше в альбом для начинающих. И потом мне начали писать комментарии. Комментарии были и положительные, и отрицательные. Отрицательные были такие: у вас кривые лепестки, неровная сборка, серединка приклеена криво, виден клей. Но близко к сердцу я не стала это все принимать и продолжила заниматься. Потом, после, наверное, прошло полгода, я записала первый свой мастер-класс. Загрузила его на канал в YouTube, записывала мастер-классы преимущественно только для себя, чтобы потом в памяти освежить и вспомнить, как делается то или иное изделие. Прошло еще немного времени, и ко мне начали подписываться люди. Число подписчиков начало увеличиваться, и люди начали писать комментарии. После этих комментариев я задумалась, что нужно всерьез заняться своим каналом. И стала загружать мастер-классы не только для себя, но и для других людей. Поделиться своими идеями и помочь. Прошло где-то еще полгода, и я решила записать свой обучающий курс для начинающих. Я вспомнила себя, и мне захотелось помочь тем людям, которые не знают, с чего начать. Обучающий курс будет состоять из 35 уроков. Вначале планировалось записать около 50 уроков, но после того, как я записала 20 урок, я поняла, что уровень обучающего курса уже далеко не для начинающих, поэтому решила закончить на 35 уроке. Но это не значит, что видео не будут больше выходить, просто видео будет другой тематики. Вот так я начала заниматься канзашем. Пожалуйста, напишите в комментариях к этому видео, интересно ли видео такой тематики, нужно ли их снимать еще. Огромное вам спасибо за просмотр, желаю вам творческих идей, неиссякаемого вдохновения и всем пока!